Талсинская, 47. Здесь, в комплексном центре социального обслуживания и реабилитации пенсионеров, прошло мероприятие, посвященное повышению финансовой грамотности. Проводилось оно для участников клуба «Активное долголетие», действующего в центре уже на протяжении долгого времени. Важную беседу организовали в рамках проекта «Старшее поколение», инициированного партией «Единая Россия». Финансовая грамотность для людей старшего поколения – это не только знание о том, как работают банки и кредитные организации, но и о том, как не поддаваться на уловки жуликов, обманывающих доверчивых граждан различными схемами выманивания денег. Все вот эти предложения, которые поступают на телефон, да, там заплатите 100 рублей, а получите больше, это все мошеннические действия. То есть в лучшем случае нужно либо подойти в банк и выяснить всю эту ситуацию, ну, если есть какие-то вопросы, да, к банкам, ну, либо, конечно, в первую очередь обратиться к детям, ну, к родственникам, и ни в коем случае не совершать опрометчивых действий, мгновенных действий сию секунду. Всегда нужно взять тайм-аут и сказать, что подождите, я должен узнать. На встрече шла речь и о том, как работает в организациях мобильный документооборот, как пользоваться госуслугами, предоставляемыми в электронной форме, и что собой представляет развитие национальной инфраструктуры пространственных данных. Пенсионеры задавали вопросы о том, как в условиях цифровизации услуг заказывать и приобретать товары в онлайн-режиме, интересовались, куда лучше обращаться в случае возникновения различных непредвиденных ситуаций. Есть официальная организация, есть окружное управление социального развития, есть учреждение социальной защиты, в которое они могут в любом случае обратиться за любым видом помощи, и за материальной помощью, и за помощью психолога, и просто прийти к специалистам центра или к специалистам управления и просто задать свои вопросы. Вопросы бывают разные, поэтому решение этих вопросов тоже может быть разным. Поэтому наши двери всегда открыты, и мы всегда рады помочь каждому в его проблеме. Помочь пенсионеру уверенно ориентироваться в быстро меняющемся мире – на это нацелена работа социальных работников. Темы таких бесед подсказывают сами участники клуба «Активное долголетие». Андрей Цеханович, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.